Реконструкцию электрических сетей проводят в селах Кызылординской области. Масштабные обновления изношенных линий устаревшего оборудования проводят в Чайлийском районе. Модернизация сферы увеличит пропускную способность, повысит эффективность и сократит производственные потери, говорят местные власти. Тему продолжит Райхан Тажибаев. Уровень износа электросетей в Чайлийском районе достиг 71%. Нагрузка растет, и справиться с ней старые линии уже не в силах. Для решения проблемы, говорят энергетики, в этом году в райцентре и селах Жиделе, Бидайколь, Абдельды, Тажибаева приступили к модернизации электросетей. Заменим 27 километров электрических сетей, 10 трансформаторов, подведем линии к 2500 жилых домов. К работам уже приступили, они позволят снизить уровень износа на 1,5%. Модернизация энергосферы сегодня нуждаются 17 чилийских сел. Линии электропередачи в них протянули почти полвека назад. Ветхие трансформаторы и изношенные провода все чаще выходят из строя, говорят сельчане. Аварий без причин не бывает. Здесь одна. Старые столбы и провода, чуть ветер, дождь или снег, сбой подачи. Уже давно пора все обновить. К слову, общая протяженность линии электропередачи в регионе составляет свыше 10 тысяч километров, плюс почти 2000 подстанций. Общий процент износа достиг 66%. В рамках модернизации реализуют ряд проектов. Большая часть из них, говорит главный энергетик региона, в сельской местности. Выделили 11 миллиардов тенге, обновили 741 километр электрических сетей и 127 подстанций, отремонтировали 45 километров электросетей и 48 трансформаторов. Проведенные работы снизили уровень износа с 66 до 62%. Меньше стало и производственных потерь. Работы в этом направлении в регионе продолжат и в следующем году. На эти цели выделят 15 миллиардов тенге. Приступят и к строительству солнечной электростанции. Разместить ее планируют в Чайлийском районе. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, 24 КЗ.